прикол? Хочешь прикол? У меня... Хочешь прикол? Алло, у меня не записывалось. Я не знаю, как долго у меня не записывалось. Сейчас я гляну, у меня вообще хоть что-то записывалось. Нет, только начала, короче, запись. Всем здорово, ребятки! С вами Мистик, и мы начинаем новый летсплей. Короче, вообще он стартанул как бы минут 5 назад, но я вам сейчас все расскажу вкратце. В общем, во-первых, летсплей у нас будет... Ты еще не появилась здесь, а ты еще сюрприз маленький. Подожди, что ты это всю контору, блин, спалила? Я не записал, ты контору спалила. Ладно, короче, ребятки, а во-первых, так, короче, летсплей у нас в новом формате. Я вообще здесь ты не бомблю. Мы снимаем с двух экранов, поэтому вы будете видеть Майнкрафт с ее лица, а с моего лица вы будете видеть наши лица, и, собственно, все будет хорошо. Также поздоровайтесь, у нас новый человек на канале, это Кроха. Давай, иди сюда, пожалуйста. Да не ты меня, за что? У меня там верстак береза. Отлично. Ты вот, типа, меня пригласила сюда, чтобы показать мне березу, которую я ненавижу, да? Здоровайтесь. Верстак! Вот, Настюха здесь. Привет! Вот, вот привет, она. Привет, да, привет, привет. Я уже как бы, да. Мы вместе. Ребят, объясняю. Да. Такая тема, то, что вы, ну, у меня, у Ярика, конечно, ничего не записалось, Ярик у нас лошара, у меня записалось, как я Ярика просто скинул в огромную бездну, поэтому... Кстати, там же, а, точно, можно просто с твоего экрана показать первую часть, или, короче, мы что-нибудь придумаем, ребятки, я не знаю, что в итоге у вас получится, но, благодаря тому, что мы записываем все-таки с двух экранов из звуквеба, конечно, получается гораздо проще, потому что вот такие, гля, ты это копаешь и жопой трясешь, прямо на камеру, ты что делаешь, погоди. Только начал летсплей. Ладно, я пошел. Ну ладно, ты там на кровать себе сам добывай, короче. Кого добывать? На кровать себе там сам добывай. Да я это, контент пока снимаю. Что ты за мной подсматриваешь? Я контент просто снимаю. Какой контент? Да, смотрите. Так, ладно, у меня что? Я на него еще не обижалась, ладно. Да. Собственно, что я еще я не помню, короче, на всякий случай напомню про магазин еще раз, ребятки, что он у меня открылся, там скидки, акции, ссылочка в описании. Обязательно заходите, у нас хотя бы можно купить игры, не то что в других местах, типа Стима. Вот, они там дешевле. Да, вот так что заходите обязательно туда. Я, кстати, собрал камень, я крутой. О, это наш дом? Это наш дом? Нет, я рад, отойди. Смотри, смотри, сейчас к моей пристроят, смотри. Ты там это вырежешь, я покурю, окей. Да почему, я тоже покурю. Пауза! Пауза! Нет, просто мне только сейчас в голову вбило, потому что я хочу курить. Пауза закончилась. Всем снова здравствуйте. А, я говорю, у меня, короче, из меня дым вылетает, как будто я дракон. Кроха получил достижение, обновка. Какие обновки? Куда и побежала, глядите. Сделала какие-то обновки и побежала. Даже не рассказывает, что она сделала. Вот это я понимаю, конечно, ладно. Яра, я понимаю. У меня дикое желание пошутить, но я прекрасно понимаю, что сейчас... Три раза мы покажем слово «анус», и тебя забанят. Погоди, какой анус? Стоп, тормози. Я не понял. Я в твоем анальном колечке. Так, ладно, я иду. Мне стало аж интересно, почему мое анальное колечко там, а не у меня, я не пойму. Ты что делаешь? Я Вика. Вика Картер. Там понятно. Все, я тебя, короче, закрою. Давай, ты побудь там, короче. В принципе, все, что мне нужно на первую... Смотрите, ребята, меня кидают, вы поняли? Все, что мне нужно на первую серию, я от тебя получил. Кровать, собственно, печка, уголь, еда, все. Мне, в принципе, от тебя пока что больше ничего не надо. А хотя, может, у тебя железка есть? Обидно, что материться нельзя. А это специально. Я поэтому тебя буду здесь, короче, дрючить, чтобы ты... А ты материть меня не сможешь, и все. А ты не дрючь. А сейчас закончится серия, да, все, у нее как маты попрут, вы понимаете? Да, у нее вот это ей как бы... Андрюша, неправильно. Мне Андрюша все правильно про тебя сказал. Что тебе Андрюша сказал? Тормози. Не понял. То, что ты лошара, как минимум. Короче, все. Я думаю, что нам нужно какое-нибудь новое место. О, я вижу... Ладно, мне нужно сначала подняться, наверное, к тебе. Ничего себе, я нашел модную Тамару, короче. Она только что с секонд-хенда купила себе розовую курточку. Жалко, у меня нет ножниц. Ну тогда, извини, Тамара, я тебе... Она мне так в лицо смотрела, такая, может, не надо? Ну надо, Тамара, надо, извини, пожалуйста. Жалко, нету еще такой одной. Я бы... Сколько мне выпало? А, все лишь одна розовая 6. Ну ладно. Слушай, еды, ладно, у нас достаточно. Да. Яр, подари мне колечко. Подари мне колечко. На, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тормози, тормози. Да подожди, подожди. На, это тебе. Понятно все, просто прошла, короче, мимо. Спасибо. Пожалуйста. Можно я тебе факел уже позову?
А ты чё, не упала? Да ну почему? Ладно, я сам, короче, упаду перед тем, как ты меня скинешь. Все. Лучше уж я сам упаду, чем ты меня скинешь. Кроха! Дай мне, пожалуйста, задание какое-нибудь, что-нибудь. Скажи мне, делай это. Да будь алмазы. Ну ты извращен. То анусное колечко, то алмазы. Давай что-нибудь посерединке. Можно? Можно алмазное этот, анусное колечко? Кроха! Кроха! О, я выжил, кстати, прикинь. Ничего себе. У тебя это много стрел, много где. Не буду говорить, где одна из них. Ладно, она в бедро тебе попала. Погнали! Слышь, иди построй дом, короче. Я? Ты знаешь, как я дома строю? Тебе придется перестраивать. Построй коробочку. Отстань, подожди, я нашел железо. Все. Тебе сколько уже собрал? Ни хрена себе. Вот это я крутой! 4 железа! О, я вижу еще железо. Сейчас, мне нужно туда добраться. Яр, походу, я вижу алмазы. Что? Да подожди, первая серия, давай это, без алмазов, погоди. Ты сейчас всю игру пройдешь за одну серию, как что мне потом снимать? Я вам серьезно говорю, вот вы думаете, я шучу, что мы за 4 часа прошли Майнкрафт? Ну, типа, я понимаю, это не так уж и быстро, типа, всякие спидранеры быстрее проходят, но просто для меня 4 часа и убить дракона, это что-то невероятное еще и несуществующее. А, потом мы его еще воскресили, еще раз убили, поиздевались над ним. Короче, мы все что угодно там уже успели поделать. Глянь, там толпа тусу твоих фанатов, походу. Моих фанатов? Да, стоп, они на меня идут. Это мои фанаты. Взрослые мужики. Это очень странно. Не, ладно, я, короче... Мой фанат здесь только ты, понимаешь? Что? Фанат наркоты? Мой фанат здесь только ты. Какой наркоты? А, что-то вырезать. Я, короче, падаю, наверное, к этим зомби. Пусть достанется им мой труп. И я буду, короче, делать дом. Воу, прям... Тусу упал. Свалился благодаря зомби? Я тут пока это спаун поставлю, потому что я боюсь прокакать это место. Ты спаун в пещере поставишь? Сейчас... Да, я просто к тебе потом топнусь. Ну ладно, хорошо. А я пойду поищу, наверное, какое-нибудь новое место хорошее. Блин, у нас там было хорошее место. Я не знаю, где оно, правда. Я, короче, в какую-то сторону побегу. Там рядом? Ну? Во-первых, там рядом этот. Березы, тропическое дерево и обычный дуб. Да, только я сейчас чисто в березах. Я куда-то явно не туда пошел. Ну ладно, я хотя бы нашел коров. Иди сюда. Жоподрыга какая. Иди сюда. Опа, гля. С двух ударов убивается. А с руки нет. Фу, яр, о чем ты? Что? О чем? Что о чем? Жоподрыга. Что такого? Ну-ка, пока я шапочку сделаю. Оля! Голову теперь не застужу. А, на улице лето. Я нашел гриб огромный. Тебе нужен гриб, я не знаю, для чего-то. Я все понял, короче, ребята, я ничего не интересует, кроме моего анусного. Прекрати, вот именно, что слишком много слов вот этих. Давай, может, заменим его на что-нибудь, на печенька. Тебе нужна моя печенька? Шоколадная. Нет, это слишком плохо. Понимаешь, это слишком плохо. Что, ты положил алмазы, ты зачем это сделала? Я не хочу, ребят, с ней играть. Вы понимаете, я что сделал? И у меня только каменная кирка есть. И уголь. У нее уже алмазы. Она сейчас это еще сделает портал в ад и пойдет там с кем-то мутузиться без брони. И еще и всех там отмутузит. И что мне дальше делать? Просто стоять, дом строить. Это. Ну да ладно, че? Я сейчас найду какое-нибудь местечко интересное, где мы будем жить с тобой. Ну-ка. Ну блин. Мне алмазную кирку делать, нет? У меня алмазы есть. Опа. А что можно еще? Ну, наверное, алмазная кирка, да, это, наверное, первая необходимость. Алмазный мотылок. Отлично, да. Я не удивился бы, в принципе. Ты еще та извращенка, ты можешь и мотыгу сделать. Опа, что такое? Это кто? Не матерись. Подожди. С каких пор в Майнкрафте есть какие-то огромные здания? Какие к черту огромные здания? Ты башню нашел? Ну, типа замок какой-то огромный. О, яр... Мы живем там. Это огромный данж, считай, который, как тебе сказать... Это замок. Это яр. Там оттуда выбиваются тотемы, бессмертие и все остальное. Там боссы. Да? Да. Прикол. Я пока по сундукам лажу, меня пока никто не бьет. А может здесь точку спавна просто поставить? Не, ну можешь. Я на всякий случай поставил, но, блин, тут сундуки все пустые, короче. Иди нахрен! Яр, там... Разбойник! Летает сквозь блоки. А я еще возрождаюсь возле него! Я ухожу отсюда, ну его нахрен. О, цветочек, прикольно.
Не, я его не буду забирать, ну его нахрен, то сейчас убью этот цветочек, и за мной кто-то придет. Короче, я поставлю где-нибудь на выходе на респаунпоинт, но туда вот я заходить, наверное, не хочу, потому что там что-то прям жестко. У нас есть алмазы, у нас есть замок, и мне кажется, это прекрасно для первой серии, можно ее, наверное, на этом завершить. Так что, ребятки, огромное спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравился этот летсплей, и вы будете его дальше смотреть. Собственно, подписывайтесь на канал, если вы вдруг впервые. Подписывайтесь на канал Крохи, заходите ко мне в магазин, ссылочка на него есть в описании. А с вами были Мистик и Кроха, всем удачи, новых встреч, пока. Пока-пока.